Это отлично. Это надо этим делом заняться. Рыбу что не берешь? Нет. Или сухари какие, Олег? Я только что перекусил плотно. Пусть она нет. Утрясется чудок. Усядется? Да. Поел после работы? Естественно. Чего же ел? Котлетки. Котлеточки? Да. Домашние. Мать делала? Ну, а кто же? Не я же их ел. Ну, ты же тоже готовишь, я откуда знаю. Не, готовить я люблю тоже. Ты же умеешь, по-моему, щи и борщи варить. Я же всему научил. Даже в городе лежал, когда в больнице. Там же плитку же нельзя в палатах. Я плитку потихоньку. На всю больницу, на весь коридор, блин, такой аромат, блин, запах, блин, ну что вкусно. Котлетами? Нет, я там и тушенку, и рагу делал, что только не делал. Каши варил, короче. И плитку сам сделал, да? Эти подходят, блин. Я говорю, у меня тариф платный. Он говорит, сколько? Я говорю, 80 рублей. И вот так вот. И мне прожить, и на сигареты, и на это все было. И плюс так еще захимичил, короче. Были. Сколько же в больнице ты лежал? А? Год. Год лежал? С челюстью? А меня же правую сторону отбили. На и челюсть, да? Спросили так сигаретку. А хотя у меня были, а я не дал одну. Потому что нехорошие люди были. А. И челюсть снесли, да? Ну, бывает. Этот вопрос умалчивается. Поаккуратнее, Олег. Ходи в таких местах. На операцию она вышла. 65 тысяч. Пластину вставляли? Полностью. С этим, с лечением. Ну, с пропитанием, с лечением. 65 тысяч. А тот, кто сломал, он уже пеня обижал. Не платит? Ну, суд подожди, скоро. Присудил выплаты? Да? Чё там, много? Подавал, блин, 80. А там уже второй год пошел. Он каждый ежемесячно должен был выплачивать хотя бы частями. А уже набежал. Там он набежал где-то 400 с копейками. Почти полляма платить? И платить все равно придется, да? А ему, а куда ему деваться, даже хоть я отсидит. Все равно придется платить. Конечно. Вот так вот. Пьянка. Что ты там увидел? Бьянка. Ну ты что, поправился все? Вот. Не болеешь? Да я и не болел сегодня. Довезли нормально вчера на такси? Конечно. Да вот эти ребята. До дома? Они прям... Потом мне мать звонила. До калитки. Прям. Я сказал, чтобы шла встречала. Ты как они раз поехал. Же тоже подписчики. Ну? Ну. Мы вчера я с ними тут зажигал. Детальцы были. Ты же сказал, говорит, я сейчас приду. Ну надо мне было сходить. А сам не пришел. Пришел, но попозже. Попозже. Ты что, забыл, что я тоже был? Как не было? На такси тебя кто сажал? Не я ли? Ну это под конец ты пришел. Ну. Ну. А до этого? А до этого ты сказал, я пошел, через 5 минут буду. Не через 5, я 5 минут никогда не даю. Ну, 15. Это слишком мало. А прошло, блин, 1.5 часа. Когда ты пришел. Ну, с ними ты тут и сидел, я понял. Ну, да. Я с ними даже и познакомился тут, блин, и тут все хорошо. Тут зовут, было. Помнишь как? А? Зовут. Серега. Серега. А другой? Потом был этот. Как его? Как тебе правильно сказать?
Вот это... Леха был еще. Ну, Леха, это понятно. Он... И Виталик. Угу. И Виталик. А потом четвертый еще был. Четвертого я не видел. Ну, он ушел, блин, до этого. Он же приходил. Ну-ну. Его как зовут? Того Калек. Калек? Всех запомнил ты, да? И на вид, на это. У меня память зрителей. Ну вот, подписчики, Олег. Пивка тебе подкинули. И на такси довезли до дома. А Серёва заводной там, блин. Да все они нормальные, давай, пацаны, давай. Все свои, все местные. Он, блин, этих, блин, за шкирку поднимает, говорит, давай, на чё музыка, говорит, пустой. Все местные играет. Свои. Пойдем покурим, Олег. Нет, я с этим не пойду, блин. Туда? В карман положи. Хватит. Хватит протоколов? Уже ученые. Протоколов хватит. Да ну мы на улице. А что тут это, Юль? Из-за двух ватков? Убирай ее, Оля. Ой, незаметно. Капюшон что не надеваешь? Ну, я как-то без него, я лучше его назад застегну. Ну, застегни назад. Отвернись. Я тебе, блядь, отвернусь. Че ты опять буксуешь? Да я, нет, я не буксую. Это просто юмор. На тачку? Ну да. Наоборот, блин, вот это стекло должно быть не тонированное. Вот эти вот еще можно. А вот это вот нельзя. Ну, им видней. Так что ты не переживай, что можно, что нельзя. Ну это да. Ну а так, в посуде. Ты зеркала не видишь. Все хотя там она, видно. Хоть она и темная, но... Окно открываешь, все там видно. В ночное время. Окошко открываешь, все видно. А в ночное время? В ночное там тем же. Более зима, если... Ничего, Олег, разберутся без нас. Так что 16-го жди гостей. Должны приехать. Матери, говорит, что что-нибудь здесь накрывало какие-нибудь? Забар не прислали еще. Ну, сказал пацан, толканет тебе на аренду 2000. Леха Жирновска. Ну, вот он. В среду где-то, наверное, сделает, сказал. И мать пусть готовит закуски там какие-нибудь. Да это приготовит. Пиво 15 литров, Динарос Николаем тебе купит, и куры гриль. А они не хотят приехать? Они далеко живут, так хотят, но далековато живут. Так, вот теперь давай посчитаем, сколько человек у нас всего будет. Ага. Михайловские. Так. Человек 4-5. 5. Ну, будем 5 считать. Ну. Гармонист. 5. 6. Мы с тобой. 7-8. Федувай 9, если он придет. Угу. Но это плюс-минус. Так. Мать, отец. 10, 11. Сашка, брат. 12. Ну, человек 15, наверное. Не более. Еще один приедет. По-моему, с Воронежской области. Эра, человек 15. Шапку тебе подгонит. Общий. Подарок. Я же тебе говорил. Да. Ну. Общая. 15-16. Да, где-то так. И что ты планируешь? Всех пивом поить? Нет. А как? Ну, что-нибудь придумаю. Я уже думаю. Пиво-то все не будут пить. Ты видишь? Может, кто-то не пьет его. Лучше в водке кто-нибудь тяпнул. Денежка-то у меня-то есть. Вот. Уже даже Анатольевич говорит, ты сейчас слышал и видел. Ага. Просто я их держу. Для днюха. Лежат день, у него, да. Твои деньги, да? Да. Все. А сколько там? 2500, наверное, уже есть. Полторы? Ну, помидоров только купить на всех. Помидор, мандаринчиков надо.
Мандарин, она обязательно должен быть на столе. Мандарины? На каждом, да. Ну, если... Лимонады, компоты. Лимонады все-таки есть. Соки, воды. Соки, воды. Здорово. Здорово были. Все будет отлично. Шарики пришлют. А чем их надувать? Ну, гелием у нас надувают там, в цветочных магазинах вроде. А потом запустишь в небо, их улетят они, а-ля, с твоими цифрами. Понял, да? Как это, медведь плюшевый? Салют, Олег, там еще. Сколько он стоит, салют? Охрен. Рублей 6-7. Такие нормальные. 5. Ты понимаешь? Ты на все губы раскатала, а где же их брать? Да я уже на салют, блин, даже и как бы не это. На салют не рассчитываешь? Не рассчитываю даже. Ну и хуй с ним. Что там будет, как будет, будет. Как будет, да. Выгода им купят. И так уже, блин, тут затраты, блин, вот. Мангал надо притащить. Да мангал-то вон. Ну, вон есть. Стоит с этими шампурами сразу. Мясо брать, Олег. Мясо килограмм сколько надо брать на 15 человек, скажи? Мясо? Угу. Как ты рассчитываешь? Килограмм 5. 5 килограмм? 5 килограмм, это больше ведра выходит. Ну, 15 человек, немало. Не, нормально? Нормально. Они же куски здоровые. Здоровые там не нужны куски, Олег. Они не прожарятся. Разрезал, как тебе надо, и все. Лучше не здоровые, а средние кусочки надо резать. Ну, это все а сделать. Кто будет замачивать? А? Они же там все делают. А я думал, ты по своему рецепту. Да я могу по своему сделать. Ну, ты делал когда-нибудь? Конечно. Не пересолишь? Нет, я каждый год делаю. Ну, в этом году, правда, вот на Новый год я делал. Так. И вот сейчас будет. А ты на чем делаешь? На помидорах? А, тут рецепт хороший. Или на лимонах? Лимончик обязательно должен быть. Сколько надо лимонов лить? 2 лимона. 2 лимона на 5 килограмм? Да. Ну, лук, естественно, тоже. Лучку побольше? Чем больше лука, тем шашлык шашней. А его резать надо кольцами. В собственном соку делать будем или с добавками уксуса? Нет, уксус там ни в коем случае не льем? Не должен присутствовать. Некоторые любят с привкусом уксуса шашлык. Нет. Не? Они потом обалдеют. А брать будем с жирком или постненько? Вот жирком на вот самое то. С жирком получше, да? Да. Вот это вот да. Ну и чё? Справимся? Конечно. Вот тут его поставим. Зачем вот тут? Там он поставим его. Вот. Зачем вот, когда вон туда, вон там будка стоит специально. Ты же сказал, вот эта дверь открывается в курилке. Открывается. Ну, там шашлык поставим и все. Вон там все выйдет. Ну, а дверь-то все равно надо открыть, чтобы быть. Да откроем. Колонку свою будешь брать или этот музыка пойдет? Вон он ту. Пойдет? Конечно. Под нее тоже можно танцевать, да? Там гарнитура хорошая. Ну, пускай так и будет. Че ее тащить с места на место, пестать? Ну, ты же таскал, раньше возил. Раньше таскал, а теперь... По хатам, я помню. Возили, забирали, неоднократно. Пусть лучше дом, целей будет. Такие вещи... Они не каждый дается и не каждый возьмет его. Матерь с отцом сказал уже? Конечно. Что говорят? Придут? Ну, придут, конечно. А куда они денутся? Кого еще будешь приглашать, кентов своих? Не знаю, кто придет, тот придет. Шиша не будешь звать? Нет. А что?
Нафиг. Пусть дом сидит. Он, ему две рюмки и все, блин. И он готов. Нахрен он нужен. О, отрыжка пошла. Провалилась? Угу. Продукт. Продавил. Как-то так. Ну, а у тебя что, планы какие? Ты на сегодня больше никаких. Все, все дела по делу. Вот сейчас машина еще придет и все, выгружу. Где, в райпо? Здесь. А там что, пиво? Коробки. И все. Ну, чипсы, хирюпсы. Еще колымчик один. А говоришь, нету. Не, ну а так-то нету больше на сегодня. Ну, хватит пока. Вешай объявление по столбам. Чищу снег лопатой. И номер телефона, Олег. Будут звонить, ну, будешь тут ходить. На следующий год закажу, блин, себе снегоуборщик. Чтоб ходить с ним? А будут нанимать? Востребованный, знаешь, какое? За место лопаты им ходить? Там ни у кого такого нет, блин. Вот я в одном селе видел. Не доезжаю, Фроу там есть. Село. Можно колымить тоже, да? Там тоже, блин, там этим ходят, нанимают, да. Цены ему говоришь и все. Бензин ихний и плюс еще что ты заработал. Там тебе триммер подарят, бензиновый, на лето, чтоб ты колымил, Олег, на день рождения. Это да. Вот. А я буду теперь по-другому делать. На днюху получишь подарок. Как будешь делать? Колымить? Вот, допустим, 1500 объект стоит, чтобы скосить там огородик, к примеру. Ну? 500 себе, 1000 отложил. Отложил. Они же будут постепенно накопляться жить. Да, можно так собирать. И что? Ну там от суммы просто можно регулировать. Вот и будешь собирать, все верно. Просто на сохранение кому-то одному человеку раз. И запись себе вести и он, и я. И все. Ты на карту будешь ложить, матери отдавать. Да, от нее ничего не дождешься потом. Лучше она целой спокойности и целой сохранности. В другом месте? Да. Ну, разберешься. И мне проще тогда в банк на это, на книжку положить, и пусть под проценты, и пусть лежат. На Сберкнижку? И пусть лежат. Она же там все равно же тоже капает. Ну, ты сейчас так делай. Заработал 300 рублей в копилочку. На сигареты себе и в копилочку, Олег. А можно бросать и курить. Можно бросать курить, Олег. И пьянствовать, завязывать. На стадион ходить, Олег. Здоровье восстанавливать. Мы сегодня можем пойти. Моторику рук. Сегодня? На выходной, по-моему, сегодня. Mm-mm. Там и груши есть. Без выходных работать. Без выходных стадион? Вечером можно идти. До 10 часов вечера он работает. Мы же хотели еще на каток сгонять сначала. Не, на каток я точно не пойду. Не пойдешь? Потому что нахрен, я на них, во-первых, разучился. Уже даже, хотя бы даже стоять на них. Ну, возле бортика постоишь. Возле борта, Олег. Не обязательно там бегать по льду туда-сюда. Возле бортика, да, и потихоньку пошел. Как раньше. Ты же в хоккей играл раньше? А? Раньше был, но... На коньках же играл. Сколько лет прошло? На коньках же играл, Олег. А? Ну, навыки есть, но все равно. Ну, вот и вспомнишь как раз.
Я сам уже не ездил давно на них. Очень давно. Вот так немного помню как. Может, что-то и получится. Сначала на каток надо сходить, потом на стадион. Ну, сходим. Санек тут сейчас? Да? Не уехал? Ну, вот коньки тебе и даст как раз. На полчасика. Правильно я говорю? Ну да. Что, пойдем туда? Туда зайдем? Туда. Что это так улыбнулось? Чего? Кофе, стаканчик можно? Обычный. Ага. Ты кофе пока не будешь, да, я так понял? Дубовой орех. Шутка. Нет, кофейка попозже. Попозже? Там очки придут через пару недель. Ну, как раз. Нюхи твоей, да. Хамелеон, Олег, заказал тебе. Круглый, базилио. Видеть будешь через них? Плюс 4 сказал, чтобы взяли. А? А почему нет? Все нормально. Все хорошо?